Вчера в Первоуральске трое пожарных водителей-сержантов избили водителя же военного комиссара всего города Первоуральска, призыв в профессиональную солидарность. Вася, Шура и Рамиль были уже как бы не совсем пожарные. Служили они в 48-й пожарной части Первоуральской Новотрубнинской. 1 апреля все трое подали заявление об увольнении по собственному желанию. 7 апреля был подписан приказ об их увольнении. 8-го вчера отмечали с утра в Первоуральском кафе «Уральские пельмени» и сильно шумели при этом. Водитель военкома Иван Гушан постоянно обедал в этом кафе. Приехал около 2 часов дня и сделал замечание резвым молодым людям, чтобы сержанты не орали. А когда, пообедав, сел в машину, сержанты внутренней службы выскочили из кафе, принялись стучать по машине, водителя вытащили и сильно били. Мы поели и сел в машину «Волга», комиссарская «Волга». Я вожу комиссар города. Назад сдаю, они отошли в сторону, смотрю, бу-бу, по багажник, по двери, кулаками по машине, все четверо. Говорит, что за номера военные, говорит? А говорит, это Тарасов. Кому возишь ты, говорит? А комиссар говорит, что ты возишь? Это ты возишь его, всякие слова матершинские на него. Я говорю, капитан спецназ Екатеринбург. Говорит, ты хочешь работать с механизмом? Нет. Вот это тем более, говорит, на всякие слова тоже матершинные не буду говорить, какие слова. Матышин говорит, ну ты воля, говорит. И, короче, мне ударили в глаз, я упал, и потом ногой мне в глаз это еще раз. И потащили, говорит, за куртку и били все четвером полностью. По голове все, я уже не помню. Пьяные уволенные сержанты выдают себя за спецназовцев. Сейчас Иван Васильевич в больнице. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. Возбуждено в отношении сержантов уголовное дело, часть 2 статьи 213. Злостное хулиганство. Начальник 48-й пожарной части Александр Колесов откомментировал случившееся однозначно. У меня эти люди не работают.